18-й Белорусско-Польский экономический форум «Добрососедство» был открыт сегодня в городе над Бугом. Уже не один год данное мероприятие собирают на одной площадке представителей бизнеса двух стран. Основная цель – развитие уже имеющихся деловых контактов и формирование новых. Не последнее место в списке задач занимает и обсуждение актуальных вопросов и проблем, которые могут тормозить процесс плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Задача форума – поднять те вопросы, которые мешают развитию взаимной торговли между Евразийским союзом и ЕС. И на сегодняшний день вот тот опыт польских бизнесменов, которые работали с Беларусью, их проблемы и, соответственно, проблемы наших белорусских экспортеров здесь будут обсуждаться, и мы будем готовить свои предложения в правительство Республики Беларусь. Я думаю, польская сторона, учитывая высокий уровень присутствия на наших встречах, тоже учтет те пожелания, которые бизнесмены сегодня выскажут, сегодня-завтра в наших мероприятиях. Товарооборот между Белоруссией и Польшей демонстрирует уверенный рост. Сегодня его уровень почти на 20% превышает показатели прошлого года. В настоящее время можно уверенно говорить о более чем 2 миллиардах долларов США. Однако, по оценкам специалистов, а также самих предпринимателей, такая цифра далеко не предел. Не последнюю роль в деле стабильного наращивания темпов занимает выгодное географическое положение. Беларусь и Польша – своеобразный мост между двумя сильными экономическими объединениями – Евразес и Евросоюзом. А потому все реже представители белорусских и польских предприятий говорят о конкуренции и все чаще о сотрудничестве. Это не конкуренты, это партнеры. Они нужны себе. И поэтому нам надо очень так тяжело работать, чтобы приходить с результатом, к сукцессу. И в этих рамках огромных я бы хотел показать Польшу и Беларусь. Это небольшие страны, как так будем на это смотреть. Но они на границе. И эта граница переходит и через Польшу, и через Беларусь. И мы, нашу границу, и переходы товаров, людей, машин, движение поездов, мы реализуем между собой. Мы должны получать опыт. Предметный разговор о возможностях экономики и бизнеса двух стран будет продолжен завтра. Одним из ключевых моментов мероприятия должна стать встреча заместителей премьер-министров двух стран. С белорусской стороны Михаила Русова и Януша Пехотинского, с польской, с предпринимателями, в рамках которой планируется обсуждение как уже реализуемых проектов, так и тех, которые находятся в стадии проработки.